Ребят, всем привет! Ну вот и наступил Новый год. Всех вас поздравляю с прошедшими праздниками. Спасибо, что стоите с нами, подписываетесь на нас, комментируете, ставьте лайки. Ну вот и наступил 17-й год. В этом году постараемся побольше снимать видео, вас удивить чем-нибудь. Пишите также в комментарии, что бы вы хотели увидеть на канале. А в этом выпуске я хочу вам рассказать про недорогое жилье, которое находится недалеко от метро, стоимостью 1000 юаней. Смотрите выпуск. Всегда светло, начало. В принципе. Погнали. Заходите. Можно, да? Спасибо. Вообще тут такой район безопасный. Без чипа никто не зайдет в доме. Чужие не ходят здесь, только свои жильцы как бы. А движение, в общем, загорается. Чик-чик-чик. А мы на чердаке видео. Идем к Виктору в гости. Вот оно, скромное жилье. Видела у него кровать, как у принцессы? Вот такая здесь дверика. Оп. Да. Оп, все закрылось, смотри. О, ничего себе. Железо. Как у принцессы. Да, с балдахином. Там балкон. Кондиционер здесь стоит, стиральная машина, то есть сразу же решетку поставил вон хозяин. Это балкон. Просто напротив строит достаточно. Да, здесь сосед строит, поэтому чуть-чуть подальше вот эта штука будет, защитный этот материал. Все, закрыли. Пожалуйста. Да. То есть все под кафелем. Все под кафелем. Приходишь, сразу же включаешь свет. Вот, потому что окон нету. Но мне кажется, в этом доме можно найти с окнами. Но, да, много. Но это сложно будет, правильно? Не сложно. Не сложно? Не сложно. Ну, мне кажется, с окном надо по-любому брать. Ну, мне тоже. Чтобы хотя бы туда вот выходило, на дорогу. Да. Так, что дальше я пройдемся. Как-то здесь нашел. Здесь кухня у него. Было светло. Ничего вот. Кухня, вытяжка, опять окно. Один этаж ниже. Ну, вот такая кухня, вот такая раковинка. А сейчас... Здесь у него вещи свои, туалет. Это отдельно вообще. Бойлер, ну, свет, тоже опять окно. И дырка в полу. Можно модернизировать, можно поставить нормальный горшок. И поставить слив, но это надо будет модернизацию сделать. Угу. Потому что смывать ведром и дырка в полу. Вот. Где душ-то, ты скажи? Душ. Ну, душ. Дальше идем. То есть можно его вот сюда сделать. Здесь Виктор работает. Здесь Виктор вот на этом стульчике отдыхает, слушает музыку. Это он чай тут пьет у него. Тут чаепитие мы тут наустраивали, да? Виктор нас чаем поил во всех китайских традициях. Тут он спит, как принцесса, девушки сказали. Балдахин здесь, потому что комары. Комары. Чтобы комары не съели. Вот. Где-то сушилка, потому что на юге Китая очень влажно. Вещи сюда вешаются, включаются, и это все сушится. Вот. Все? Все? Аня, нравится? В принципе, да. Ну, пришел, упал, поспал. В принципе, нормально. И цена, понимаешь? Цена, цена, цена. Цен нету. Виктор, по полочкам разложи цену, пожалуйста, ребята. Ну, здесь 1100 юаней. А? 1100? 1100 юаней. Что в это входит? Хочет, интернет входит. Интернет входит, что еще? Все, без коммунальных услуг нету. То есть 1100 хозяину платишь и можно жить? Да. 1100 юаней. И депозит. Депозит сколько? Да, депозит. Два месяца. За два надо? За два месяца. А минимум на какой срок можно снять? Полгода. Угу. Раньше хозяин не мог это жилье сдавать. По какой причине? Лицензия. Нужна лицензия, да? И на транзитов надо безопасность. Да, это самое главное. Ну, по такому же плану, Катя, работают и гостиницы работают, да? То есть нужна гостинице лицензия. Если есть лицензия, то иностранец может остановиться. Здесь по такому принципу. Раньше нельзя было, хозяин сейчас сделал лицензию. И можно остановиться в этом доме. Сейчас посмотрим еще, в общем, жилье в этом доме. Она покажет, да? Еще другое, да, ты говоришь? Да. Это хозяйка. О, смотрите, подняли, смотрите. Светло, смотрите, ребят. Расположение зацените, как будто бы не уходили никуда.
магазин. Смотри, она даже мебель всю ту же самую закупила. Слушай, посмотри. Там спальня. Спальня. А где балдахин? Нет балдахин. Это же Виктор. Его личный балдахин. Ой, зеркало даже есть. Как у тебя, Кать. Ну да. Убрасывай. Взять герметик, замазать все щели. Мне еще нравится, что здесь никто не жил. Это новая квартира, да? Не знаю. Можно спросить, мне кажется, здесь жили. Мне кажется, у Виктора чище было. Виктор? Спроси, здесь кто-нибудь жил до этого? Жили. Да видно, что жили. Чище была квартира. Ага. Также балкончик. Цена сколько, Витя? А? Цена сколько? Здесь прям стройка. О, кондиционера нет. Блин, слушайте, ребята, стройка прям вообще прям близко. Если 1000 юаней контракта больше полгода, они покупают кондиционера, по 1000 юаней за полгода они купят кондиционер. Новый, все новые кондиционеры покупают и поставят. Сосед вышел познакомиться. Соседа разбудили. Кстати, хозяйка, так я хочу заметить, непримечательно выглядит, да, обычная, да, такая женщина. Вот, в принципе, имеет два дома вот таких вот, да? Вот, это бизнес. Это владельца, да? Да. А, ну она сразу на балкон повела. На террасу вывела нас. Вот она, терраса, можно здесь шашлычки жарить. Вон, это дом еще выше, офигеть. Вон, кстати, ребята, наш гарден. Вот этот новый гарден строится. Вот такие вот квартирки. И еще есть и другой хозяйка. Другая хозяйка? Спросим, там еще есть. Давай, погнали. Буквально немного мы отъехали, и вот следующий вариант. Тут такой, смотри, ресепшн у них. Пятый этаж. Пятый. Да. Так, симпатично. Ну, цивильно, конечно. Смотри, какой номерочек прям. Ну и лифт, считай, да. Ну, это уже, конечно, да. Это свет лоб. Сразу же интересно, сколько стоит. Да. Душалцин. Душалцин. Ой, не даст. Да, я. Еще у. Нормально, полторы-то нормально, юпорсы-то, вы что? Без воды и света, да? Все входит, мне кажется. Интернет все есть. Отлично. Слушай, ну это вообще нормально, ребят. Вот такую я даже и стесняться предлагать не буду. Пол, смотри, нормально. Плитка. Отлично. Плитка. Кондиционер, считай, есть. Стены все свежие. Убраться здесь. И все. Вот такой балкончик здесь. Холодильник есть. Стиралочка есть, ребята. Нормально, рабочая, наверное. О, здесь шампунь есть, смотрю, есть. Туалет нормальный. Туалет нормальный, видел? Да. Все. Ну, душ. Душ, как бы. Ну, понятно. Да. Вот. Здесь моешься, здесь все брызжет, если какие-то вещи есть, то могут замочиться. Поэтому вот такой бордюрчик сделали, чтобы вода не вытекала. Нормально. Убраться. После ремонта очень много неаккуратных всяких штук. Убраться нормально будет. Видно, что прям ремонт сделали. Здесь и помыли. Работать будешь, все. Деньги зарабатывать. Но. Наверное, кухни нет. А, кстати, да, ребята, кухни нету. Если у них нету пожарной лицензии, то готовить нельзя. Так, ребята, идем, смотри, второй вариант. 1600 стоит.
О, нормально. Фига. Соседи сразу же любопытничают. Ну да, как у Виктора. Это как квартира. Это нормально, точно. Можно жить. Комната. Комната первая. Ребята, комната. Спальня, картина шикарная. Шкаф. Окно, пожалуйста, смотри, шкаф есть. Окно, вид из окна. Просто шикарный, есть свет. И готовить можно здесь. 1600 юаней, он говорит. Мне интересно, в эти 1600 юаней что входит? И готовить тоже можно здесь. Вау, прикольно. Через балкон. И там еще одна комната. А? Вот там еще одна комната. Да, я сейчас. Вот еще комната. Тут вот прям мебель целая, ребята. Вообще прям все есть. Стул, стол. Тут, видимо, ребенок был. Матрасик. Тверденький. Знаешь, мне что не нравится, то, что заходишь. Нельзя. Вот смотри, ты... Нельзя, просто потихонечку можно поставить. Ребят, холодно, да, допустим, зима, да? Да. Дует, да, ветер. Это все закрыто, да? Да, конечно. Давай, закрываем, закрываем. Закрыли, все. Все, закрыли. Ты захотела в туалет пойти? Пошла в туалет. Или на кухню, ладно, что в туалет? Пошла на кухню. Да, а здесь? Здесь улица. Ух! Точно. Прохладно. Ты так раз взбодрилась, пробежала быстренько в туалет. Вот так вот раз. Замерзла. Так, ну в общем вот туалет. Света не вижу где. И у нас есть особенность этого юга Китая, что все открыто прям вообще. Никто ничего не закрывает. Все ходят одетые дома. Кухня небольшая. О, там смотри какая щель. Вот это я вообще не понимаю. Никто не парится. Какая разница, если здесь балкон? Да, да, да. Ну, стеклить. Ну, вот этот минус. Вот я считаю, что они такие, знаешь, нет, если ты закроешься, то ты вроде как и не закрылся, получается. Нет, это самый главный минус на самом деле. Вот там находится. А что там минус? Посмотри, как там мыться надо стоять. Над толчком стоять, получается? Толчком. Да, стоишь над унитазом и моешься. Блин, неудобно. Неудобно? Да. Кондиционера нет здесь. Ногой есть, промахнулась. Есть, есть. В каждой комнате кондиционер. Глаза намылила, промахнулась ногой. С интернетом. А, просто за все 1600? Да. Изначально он просил 1500, мы торговали за 1300 и в итоге сторговались за 1400. За это первые 3 месяца скидки без коммунальной услуги. А после 3 месяца скидки уже не дает. Коммунальные услуги за лифт, за вот это уборки, которые каждый месяц 200 юаней. Ну, будет также 1400. 1600 юаней будет. 1600 и плюс еще коммунальные? Нет, нет, нет. С коммунальные услуги уже. А-а-а. То есть за первые 3 месяца без, не надо платить коммунальные услуги, 200 uh-huh. юаней не надо. Uh-huh. А после 3 месяца уже начинается. Каждый uh-huh. месяц 200 юаней. Вместе будет 1600.